На конкурс дети читают стихи. Попова Анна, 14 лет. Ученица 8 класса Кеш-Барковского филиала Законниковской школы Маршанского района Тамбовской области. Александр Сергеевич Пушкин. Признание. Я вас люблю, хоть и бешусь, хоть и труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. И мочи нет сказать жаль, мой ангел, как я вас люблю. И когда я слышу из гостиной во шторке шаг или платье шум, или голос девственный, невинный, я теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда не ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя. И в умилении молча нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье, собираетесь вдаль, ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.